Оп! Вот так стоит он. Вот приехал КАМАЗ, и шофер КАМАЗа помогает сразу же. Только разгрузили, рассчитались, вот уже Бог послал помощника нашему Роману. Я думаю, что сейчас еще оборот, если сделать, она появится. То есть, она два раза попадает. Ну, давай. Так, потихоньку. Стоп. О, вот точка. Вот так и у меня. А стоит вон где. А где стоит? На пятом. Да. Вот первый. Вот он, пятый. На шестом. Да. Или криво не перекидывать, или здесь это провода на 180. Вот он стоит сейчас на шестом. Сейчас сюда ставит первый, пятый и пошел короче. Отсюда. Можно так. А можно в приводе. Так, а привод получается на 180 градусов стоит. Ну сейчас как привод есть. Сейчас вот как объяснить. Сейчас вот вытаскиваешь. Ну, я понял, если вытаскивать, сделать обороты. Привод вытаскиваешь этим. Бегунок подводишь на первый, привод опускаешь. Опять же надо там, чтобы угадать. Ну, а там надо теперь. Да, ну, чтобы угадать в масляном насосе, у меня там шестеряне стоит. Все, я понял. Все. Ладно. Ну сейчас. Спасибо, Господи. Вот Андрей отходы возит. Не держит. Еще этот мужик понимает что-то в технике-то? Конечно, видно, что он работал. Мужик опытный. Я-то с этими двигателями дела не имел. Поэтому мне тяжелее, мне долго. А я понимаю, что Бог послал его. Конечно. Ну вот так. А как без Бога? А мужик этот. И говорит, у вас одни только мужики, баб-то нету. Я говорю, Алеша, третий сын родился. А как бы он родился-то? Без женщины никак. А она высиживает, как Паруня, с семя. Сейчас уже в пробирках высиживает. Ну, пробирка. А пробирку соки-то все берут от женщин, опять же, той же день беременности. Эта история известна.